Литовскую полнометражную картину «Святой» и израильскую драму «Кондитер» презентовали на 47-м международном кинофестивале «Молодость». В этом году за гран-при в международной программе сражаются режиссеры 54 иностранных проектов в разных номинациях и вне конкурса. Уже в это воскресенье мы узнаем, кто заберет главный приз – статуэтку «Скифского оленя» и 10 тысяч долларов. С иностранными гостями общалась Тамара Кононенко. Литовский режиссер Андриус Блажевичус и оператор Амри Алони из Израиля впервые в Украине. Они приехали, чтобы лично презентовать свои работы. Дебютная картина Блажевичуса представлена в международном конкурсе. Его полнометражный фильм «Святой» рассказывает о жизни провинциального литовского города во время мирового кризиса 2008 года. За 27 лет нашей независимости в стране не было фильмов, которые говорили бы об обычных людях и их жизни. Я хотел создать такое кино. Я понимаю, что в Европе таких много, но меня не интересует слава. Я хотел сделать фильм для своей страны. Картина, которую снимал Алони, участвует в конкурсной программе «Санни Банни» или «Солнечный зайчик». Она представляет фильмы о проблемах сексуальных меньшинств. Израильская драма «Кондитер» показывает, что любовь может быть разной. Все события происходят на фоне гастрономических шедевров. Мы хотели показать связь между едой и любовью, едой и страстью. Как еда и отношения между людьми дают любовь тем, кто нуждается в тепле и комфорте. В арсенале 47-й молодости фильмы из 54 стран, отмечает генеральный директор фестиваля Андрей Халпахчи. В том числе такие разные уголки мира, как Новая Зеландия и Австралия, Бразилия и Чили, Парагвай и Перу, фильмы с Кении, Индии и Македонии. Действительно, есть страны, которые не так широко представлены на мировой кинематографической карте. Иностранные фильмы на «Молодости» можно увидеть и вне конкурса, ежедневно на разных площадках кинофестиваля, который продлится до 3 июня. Тамара Кононенко, Вячеслав Смирнов, UATV.